Выпал снежок. Сейчас я температуру сниму. Вот нас замело. Прям под порог. Дверь открывается вот ровно. И что у нас? На веранде, да? Ага. Темно, правда. Где-то крыша на веранде просыпается. И на окне тоже. Это снег. Как ты радуешься? Попрыгай. Где хоть ты? Мой снежный барс. Домой пойдем? Ричард, пойдем домой. Пойдем домой. Нет, не пойдем. Домой. Покажись. Покажи мордочку. Покажи довольную снежную морду. А кто скулит? Кузя, что ли? Все? Домой? Гера, домой? Тебе порожков прям не видно. Ай! Не, нас тут конкретно замело. Будем птицу выпускать? Вот и зимушка, зима. Кузьма, ты тут почистил дорожку? Молодец. Молодец, Кузя. У себя все почистил. Все позамело. Ой, у него, глянь, вовнутрь так сильно замело. Ну что, как вам снег? Что-то вас мало вышло. Я просто уже подросли большие, я все жду, когда маленькие выйдут. Правильно, идите у Кузи снег почистите. Сегодня впервые за долгое-долгое время, где-то, да, за года три, наверное, буду печь в своей старушке мультиварке. Будем мы сегодня делать шоколадный бисквит. Посмотрим, что у нас выйдет. Тут еще ни разу не пекла в мультиварке. Раньше постоянно пользовались, когда жили с Сашей в общежитии. Что только не готовила в мульте. Ну, будем наверстывать и вспоминать. Все, тесто у меня уже в мультиварочке.
Я, конечно, надеюсь, что бисквит поднимется, поэтому мы так высоко смазали. Теперь бы вспомнить, как она работает. Так, выпечка. Ага, и надо время установить. Или нет? Что-то я не помню. А, и все, идет обратный отсчет. Я уже говорю. Да, Веня, что ты там мявкаешь? Вот у нас Венечка ходит. Да. Уже давно не готовила в мультиварке. Ну, посмотрим. Уже даже забыла, что какие функции значит. Это мультиварки, не знаю, лет, наверное, 6 точно. Мы где-то после свадьбы покупали. Что, прошел час? Ничего, вроде готов. Угу, готов. Вот сверху только накапала с крышечки. В общем, сейчас остынет, посмотрим. Решила я к своему шоколадному бисквиту сварить заварной крем. Долго думала, какой же крем сварить, пока за камерой бегала. Он у меня немножко комочками пошел. Ну ничего. Потом, если что, взобью миксером. Вообще, хотела бы шоколадный какой-то крем сделать, но какао не осталось. И что-то я как-то не знаю. Вкусных не пришло мне в голову никаких шоколадных кремов, поэтому сделаю свой обычный заварной. Как бисквит получился в мультиварке, мне очень понравилось. Думаю, буду делать его еще не раз. Он такой бисквит получается влажный, не сухой. Поэтому я думаю, заварной крем, в принципе, должен нормально пойти. Ну вот и сам бисквит. Верхушка у него такая темная. Ну, я думаю, на две части разрежем, смажем кремом. И будет уже все хорошо. Вот на разрезе бисквит вообще чудесный получился. Конечно, если бы я его еще ровно разрезала, разделила я его на два таких небольших коржика. Сейчас смажу кремом. Вообще надо бы научиться делать вкусный шоколадный крем, потому что именно к такому шоколадному бисквиту прям вот просится уже шоколадный крем. И чтобы совсем заколхозить, я сверху посыпала шоколадной крошкой. Крема было много. Пришлось обмазать полностью. Сейчас надо еще тарелку протереть. Это он такой непрезентабельный. Но будет вкусный. Теперь как-то получше выглядит. Пропитается, покажу, конечно, в разрезе. Ну и вот, что мы имеем в разрезе. Бисквит, конечно, получился классный. Такой большой-большой, пышный, влажный, не сухой.
идет. Гера, иди ко мне. Все, гуляй. Покидаешь ей, мам? Снежок, покидаешь ей? У меня ничего нету. Как тебя не будет? О! Все, ладно. Идите, делайте свои дела. А куда ты столько снега ешь? Куда ты ешь столько снега? Гера, фу! Нельзя снег есть! Идите гуляйте. Ай!
Яра, хватит снег жрать!